Приветствую всех ребят, меня зовут Норей, и добро пожаловать в игру Сталкера, Зов Припяти, да? Здорово! Патрон на снайперку, тинники дальше не завозят. И, собственно, мы продолжаем познавать вселенную Сталкера. В прошлой серии мы были на заводе... А, точно, те, что над Химеру. В прошлой серии мы были на станции Енов. Кстати, вот эти документы, я их не могу скинуть, лол. Но они для чего-то нужны. Наверное, они почему-то так неплохо. Весят они, кстати, немного. Это не может, но не радовать. Мы все прогрейдили, то, что могли. Дробовик, кстати, купили. Сказать, что в ночное... И сказать, что нам в ночное время надо идти валить Химеру. Находится вот здесь. Помимо всего этого, мы можем сгоняться, спасти Митяя. И еще вот тут вот, в градирне, там каких-то парней надо как-то спасти. А как, я без понятия. Честное слово. Так, знаешь-ка что? Сначала купить энергетиков. Чтобы носиться как угорелый. Подходи. Сразу же давай все. Потопали. Вот так. Бежим как на поминке. Легко как никогда. Да, конечно, ночь. Нихера не видно. А ночью еще все и рябит. Ой, точнее, под дождем. И это хреново. Так, против Химеры. Дробовик, который, кстати, у меня не заряжен. Ну, кстати, это дробовик дичайший скорострельный. Хлебушка съем. Честное слово, это дробовик, он просто дичайший скорострелен. Но мой поезд немножко съезжает сюда. Воу-воу-воу-воу-воу, чё так фризит-то? Вау, серьезно, а чё так фризит стало? Вау, реально, вот вы прикиньте, фризит. Тупо стало фризить. Сколько нам до Химеры? Говна кусок остался туда. С нас там возле машины только что сейчас радиация взяла, скорее всего. Видимо, да. А, чешется. Аптечек у нас синих мало, надо было на базе, пока мы там были, их забрать. Но у нас пока что есть красные, это как, хоть как-то нас спасает. Так, фонарик выключим. Ой, ё-моё, одна минута. Все. Здесь я этот кулер починил, ибо он задрал. Надо его стало с каждым разом все чаще и чаще чистить. Кстати, Химера меня, походу, дело заметила. Но она не выдержит тонну свинца. Ёпт, хера ты прыгать. Ёпт, я ж пролагал. Да, сволочь. А ты посмотри на нее. Окей. Да ты глянь. Она быстрее скопытилась. Нет. Загружай ты быстрее, идиот. Ну, наконец-то. Угрожает он снаряды гранатомета, извините меня, как слоупок. Кстати, она жирная какая-то стала. Химера, она в разы жирнее, чем предыдущая. Да господи, перебинтуйся ты. Да, и неплохо, кстати, она так жрет.
Что? Только одна? У меня было их 7 штук. Какого хера? А, нет, стоп, не туда бегу. Возвращаемся обратно, выполняем миссию. Уже, кстати, по квесту. Последний ведролет остался, если не ошибаюсь. Пол экрана пушка перекрывает, это просто жесть. Прикиньте, вот от самого низа до самого верха. Я думал, она как-то меньше будет. Тут никаких дяденек страшных нету? Нету. Ёпт! Честное слово, извините за выражение, я сейчас так охуел. Ёпт. Мне еще мышка что-то крутится, видите, да? Какая-то хрень. Минуту. Весело. Меня еще и крашнуло. Вообще весело начинается серия Сталкера, очень могу сказать. Вот что я могу реально вам сказать. Ну чё, мразь, ты где? Так, все, я помню, что там минное поле, я так понимаю, и туда лучше не соваться. Слышь? Крыса тупая, ты где? Да, она свалила, вон она. Где-то тут она была. А вот. Ну да. В прошлый раз ей было попроще. Замочить. Ну, фризы, куда вы? Нет. Ого. Куда я так в космос улетаю, то мне объясните. То ли я стал кривым, то ли реально химера какая-то имба. Да какая-то химера имба, реально. И всадишь, и саживаешь, и насрать. Та быстрее скопытилась. Не знаю, надо как-то убивать ее. Может, с ножа? Или вплотную все-таки с дробовика? Увидел, мразь! Беги, идиот, беги! Ёб! Куда она улетела? Быстро аптечку юзай.
Да нет. И я умер. А нет. Хоть как-то, спасибо. Я еще и придергивало как-то. Я опять забыл перезарядить гранатомет. Опять забыл перезарядить чертов гранатомет. F5? А вот теперь минное поле. Детектор вообще палит мины, мне интересно. О. Даже ни хера не слышу. Да, капец. Ёп! Почему такие профризы идут? 6 кадров в секунду, чё за хрень? Нормально система до этого работала. Да вот серьезно? Только недавно туда нормально вставал. Отлично. Мина. Чисто. Нет, не катит. Стоять. Джеронимо! Йоу. Лол. Я могу быть надеяться, что сейчас будет все спокойно. Отлично, добрались. Из-за чертова дождя ни хера не слышно. Отдать черный ящик технику дешифров... на технику на дешифровку. Я ничего не услышу. Ёп! Я так понимаю, все мины сняты, да? Нет, не все. Нет. Стоять.
Валим отсюда. Фух. Все. Спокойной душой можно идти спасать Митяя. Вот реально, вот дождь, он просто, он такой тупой, он такой тупой. Вот честное слово. Кстати, а тут что у нас? А вы прикиньте, да? Просто не дохнет. Я не знаю, что у тебя было, но мне это все пригодится, твое добро. Да, по-любому тут тайник. Нет, меня на Е. Или не на Е. Нет, на Е. Просто тут ничего не было. Ладно. Митяй. Пришло время тебя спас... Что это? Черный ящик? Крибейсбольная каска, извини меня. Надо бы, кстати, тебя пробовать. Вот ты бы вот так вот перезаряжался резко. Блин, перезаряжаешься полчаса, зато эту хрен достаешь как, знаешь, просто вот именно тренировался, чтобы доставать гранатомет. Вот только ради этого играл. Пум. Далеко пульнул. Парень, ты там не обиделся? Я понял. На такую ситуацию у меня для вас приготовлена такая вот прекрасная вещь, как снайперская винтовка с 15 пулями. Ёпт, фига вы снимать. Меньше писай. Да-да, гандёха веселей. Да господи, меня пуля так даже, эта граната даже не задела. Да офигеть, ты живой, смотри-ка еще. Скопытился. Табло. Есть ранение, есть второе ранение. Ёпс. Ты чё тут такой глупник, да, сидишь? Ладно, пойдем вас пока так зачекаем. Там кому говоришь сваливать-то? Четыре патрона в минус. Андёха веселье, яблочко прилетело. Сваливаем. Я даже понять не могу, откуда он сшьёт. Откуда-то отсюда. Хоть его кого-то зацепил. Но он по-любому где-то здесь. Вообще какой-то упоротый.
Ёб! Суицидник! Во! Такое количество дроби мне по душе. Поэтому автомат разрядить, выбросить. Ёпт! Еще дробушки, отлично. Так, вы там, парни, погоните, не... Я говорю, погодите, вы стреляете, а? Тебе и так хватило. ПМ-ку свою странную забери. Не знаю, что я хотел сказать, но просто... Ничего не подумайте, да ёпт. О! Да заберите вы свои ПМ-ки, задрали. Так и лезет мне хлам в руки. Ты прикинь? Нет уж ты... Фризы тупые тебя спасают. Да забери ты себе это все свое говно. Запарили. Взял тёплинг? А он тут взял меня. Ну блин. Извините меня. А вот тут вот ради одного залажа бандиков больше, чем когда надо было отдавать долг Вано. Какого хрена? Я без понятия. А, блин, как будто у них там, извините меня, он золотой. Не, ну вот честное слово, просто золотой. Запарил долго вот так быстро выдыхаться. Да, ты прикинь? F5 сразу же, пожалуйста, мне. В табло, в табло. В табло. Нет, там еще. А вон, в табло. Нет, не в табло, в табло. Да ты прикинь, какой стальной. О, в табло. Ой, ты пуси. Своих лутаешь? Молодец, да ёпт. Ты прикинь? Заговоренный. Вроде бьешь в прицел, а все пули куда-то то ли выше, то ли ниже, то ли в бок уходят. Тут уже моя косость была. Ёпт. Скот, возвращайся давай. Просто все трупы, они там спокуха. Все, ну парни падают, бывают. Ну может после буханки их торкнуло. Вы же похер. Но мне же лучше.
Ты решил с этой стороны пройти? Ну, так пожалуйста. Такая орда трупов валяется. А, там кто-то слева есть. От где-то... Да нахер мне твой обрез сдался, запарил. Разрядить. Взять, взять, взять. Не бери говно всякое, господи. Кто тебя учил брать говно? На фонарик уже срать. Мне главное, хоть, чтобы хоть что-то видеть. F5, кстати, ребят. Еще 7 человек, вы прикиньте. Тут уже дроволик не потребуется вместо снайперки. Ты прикинь? Фига ты столько выдержать. Ёпт. Пятьдесят один рубль. С этого 19. Ну ё-моё. Разрядить. Тридцатка. Отлично. F5. Разрядить еще пятак. Не знаю, зачем двизану. Просто так. Ради прикола. Откуда ты пришел? Да нет. Отсюда, походу. Что-то у меня рука затекла. Ё-моё, лол. Ну-ка лежать, еще не все. Вот это спасибо. А, нет, ты же в один тут, да. Все нормально. Отлично. Залутались и нормально. Сталкер, я уже думал, все, мне крышка. Ты что, один на всю бандитскую колду, но ты даешь, а скажу, не поверят. Что, теперь можем улететь сюда? Да, можем выдвигаться. Аптечку забери, свой пистолет задрал. Просто задрал. Кто меня учил всякое Г подбирать? А, лол. А выход был на самом деле еще проще. Ну ладно. Поговорить с Митяем. Поговорим. 32 рубля. Двадцать три теперь. 43.
Заберите ваши автоматы, пожалуйста, и пистолет обратно. Запарили. 60 патрон. Великолепно. Вот и все. Ваш пистолет мне нахрен не нужен. Патроны тем более, я сейчас ошибочный взял. Вот так хватит. А, месье, вы еще. Да все равно странную МП5 взял. Ну ладно, она хотя бы хоть продается неплохо. Спасибо, что помог. Товарищи мои тебя обязательно отблагодарят. Мы вернемся. Ну что, пошли на базу? Да, идем. Лол, сразу же на базу? Fast travel? Отлично. Мне надо был fast travel. И это реально неплохо. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Угу. Патрона снайперку нету. Ты, скотина, с ними не дружишь. Нет, знаешь, хочу, отдай мне эти патроны, это забирай, 8 колбасы, забирай, забирай, 4 мне оставь, 30-ка не отдам, просто так, у меня откуда-то тут дерьмо есть одно, второе выбрасываем. Всем. В общем, выкладывай. Медик. Что-то ты бледный. Мне нужна медицинская помощь. Не нужна, оказывается. Ну ладно. Так, чувак, у меня такого добра до хрена. Забирай. Птичек у меня таких до хрена. Такого до хрена. Вот. Так вот, отлично. Ну, я не знаю, ну, птичек 7 мне оставь, не более, там сейчас еще модифицированные возьму. Спасибо, ты тоже не болей. Чиниться. Ты можешь дефровать черный ящик? На колянусь, хм, придется поводиться, это будет времени часа 3 примерно, а по деньгам, ну, не дешево, это так точно. Как работу сделать, тогда поговорим. Если ты пободри... А, попроди пока где-нибудь воды. Работа муторная, отвлекаться не хочу. Хорошо, но при чем как отвлекаться, ты мне почини. Все. О, ВСДшку, кстати, потрепало так нехило при выстреле. Сам что, так быстро ломается, что ли? О, с установкой ПНВ, только зачем она мне? А, окей. Не черный ящик, а какой-то елдец. Верю. Как дела, охот? Здорово, химера мертва. Спасибо. Получим предмет хищник. Вот и деньги, отработал с понастой. Вот еще возьми мой дробовик. Хищник. Собран заказ. Бомбой дробовик выше заработать. Главное требование взять оружие полить самого живучего мутанта одним выстрелом. Да, повреждения у него, кстати, побольше, чем у меня. Ну, как трофей оставлю. Блин, не ту кнопку все время нажимал. Как трофей я оставлю, конечно, такую вещь. Нет, тут вон как-то сколько у меня трофеев. И броня есть. И ВСС. Давай, кстати, распределимся по патронам, чтобы было удобней. Давайте я возьму вот так вот аптечек этих. И вместо... Вот этого добра используя. А мы пока что нет, по одному предмету такого мы оставим, конечно же. 3, 4, 5, 6. Вот так вот. Распределили, распределили. Вот так вот, возьму еще немножко, и все. Рад тебя видеть, ну что расскажешь? Да мне, в принципе, тебе ничего. О, у тебя косичка есть, оказывается. Лол, не замечал. Часа 3.
Ну, мы поспим часов 10, да, нормально, в принципе, до 10 утра поспать, это нормально. За скрытые дела, всякие медикаменты мне там кидают. Ну, он мне все равно так рассортировал, как ему хочется, скотина. Тушеночки поесть и неплохо. Азот. А, кстати, да, парни. Ну, привет. Распади, как тебе угораздило попасть в Привет, плен. брат. Эх, не спрашивай, сам дурак был. Сам дурак был, бы не переживай, что в следующий раз одним разговором не кончится. Ну вот это и стали меня снимать процент от хабара. А, ну было такое уже с одним. А зона-то, знаешь, ведь общая. Никто ж никого за проход требовать не может, я так считаю. Мы с приятелем оружием малость помахали, да и разошлись. Только будики хитрая, сели в засаде, а я, дурак один, вылез, думал пошарить немного поблизости. Но они подобрались тихо, руки сразу скрутили, и вот, понятно. Ну, привет. Медведь. Настроение О, улучшилось. золотая рыбка, спасибо тебе огромное, что тебя вытащим. Прям терминатор один, да втолгутся, вот, держи, от нас благодарю. Полученное достижение, друг сталкеров. Слушаю тебя. А что за достижение такое? Статистика. Сыщик, друг, встречая попавших в беду сталкеров, вы всегда оказывали им помощь. Эти ребята не слишком сплочены, но в их несогласном братстве у вас появились союзники, на которых можно смело положиться в бою и в мирной ситуации. Неплохо, охотник на мутантов, вы не пытаетесь сбегать, а... Все опасная химера, это херня, понятно, пережитый выбросов 19, ёб твою мать. И тайник, кстати, надо будет, который лутануть. И там еще был тайник, ёб. Но тут я уже был, возвращаться туда не хочу. Вот хоть убейте, но не хочу. Сейчас закончил я с твоим ящиком. Вот, блин, работка была. Дух узнал бы заранее это. Сколько с меня? С тебя по самому минимуму. А ну держи. Ханни, мое, конечно, дело знает, зачем тебе дать, но раз уж ты за такие деньги творил, желаю тебе, чтобы это вышел ток. Спасибо. Набраться B28, скатываться к азоту за информацией из черного ящика. Это все понятно. Первый отдел завода Юпитера. Я нашел документы с на Юпитере, взглянешь? А, так, и раньше интересного. Писюлька административного отдела. А, то есть они тебе не нужны, да? А вот воякам они, скорее всего, и пригодятся, с которым мне надо. Да ты чё? Чё? Ну ладно, парень там упоролся, походу. B28, ёпт. А как я туда попаду? Ну, мне нужно найти компас уное, но... Так что давайте по попутным заданиям. Тайнички и прочая темка. Тем можно достать оружие, это хорошо, 20, 24 кадра в секунду, как обычно. Ну-ка, лег быстро. И ты тоже лег. Это я у тебя беру. Это берем. Йо, две штуки аж. Этого говна. Которая мне не раз может потом выручить жизнь. Разрядить еще 6 штук. Отлично. Тайник у нас где? Где-то здесь, правильно. Немножко туда. Зомбированные. Зомбаки, у меня много добра. Белки, медикаменты и патроны, и акашка. Ё-моё, тут много чего оказалось.
И окашка, и такая хрень, и такая хрень. Ё-мо, и патрон до хрена, и медицины. Ох, весело. Ау. Да, ну блин, хотел подойти к ним сзади аккуратненько. В итоге я их сам не вижу. Да, далеко полетело. Вроде вошло. F5 на крайний случай. Давайте глянем на научную аптечку. Что-то какая-то она не особо отличительная от других. Честное слово, мое мнение. Свою окашку забирайте, как обычно, блин. Этот пистолет, конечно, я у тебя возьму, что он в хорошем состоянии. Этот пистолетик можете забрать. И чё, пойдемте продаваться. Вернемся на завод. Проверим, что там у этого. Ну и чё, и... пойдем. А как на Припять, кстати, добраться? Точка сбора должна быть здесь. Нужно найти способ, как туда добраться. Вот я не подумал, как туда забираться? Наверное, через лоцмана. Он, наверное, знает завод в Припять. Либо же через вояк вернуть этому Чурику артефакту. Да, таких артефактов, как ломать мясо и колобок, у меня на данный момент... батарейка, душа, гравий, золотая рыбка. Все не то. Это все не то, ребят. Слишком большое количество. Это надо было лучше на базу скинуть. Ну, вы поняли, на какую базу. А кабан, кстати, круто. Ну, все, по сути. В общем, выкладывай. Здорово. Хаюшки, кремень. Знаешь, когда в раз на пяти лет, чувак, я знал, это дошел бы от долга, от военных, от разборок дурацких, свалил бы нафиг. Свобода. До Припяти. Понятно. Насчет дела до Припяти. Нет, если надо сразу отписка проводникам из гражданских. Понятно. Здорово, мое почтение. Ты можешь провести в Припять? В Припять? Нет, мой маршрут и так пользуется спросом. Начинаю искать нового смысла нет. Зато у меня есть один хороший приятель, когда он работал на... когда он работал на Припять. Так вот, он говорит, что под заводом место на идущий в к Припяти. Детали он сам не знает, но поиск с административного завода. Я уже там, кстати, был. Найти тоннели под заводом Юпитер. Нет. Нахрен, пошли лучше на Скадовск. Что-то я засмотрелся, там... Что-то там у меня кошаки делали, а что-то засмотрелся, не посмотрел. Какие артефакты тебе нужны? Пустырь, снежинка... Пустышка. Тем бы таких у меня, дружи, нету. Становление сил. Нахрен не надо. Грави. Нахрен не надо. Золотая рыбка себе оставлю. Душа, но у меня уже было таких до хрена, поэтому тоже забирай.
Ты это можешь забрать тоже. Ну, 24 косых, он считай, сотку у нас есть. Понял, загнул как-нибудь еще раз. Здравствуй. Здорово. Есть работа для меня, больше нет работы, но ты мне должен что? Правильно, патроны на снайперку. Который, кстати, у тебя дешево стоит. Это не может меня не радовать. Бронежилет, который просто в броне помощнее, чем мой всего лишь-то. Здорово. Ремонтируй, насрать, что дорого. У меня денег много, позволяет. И потопали к Ною. Грубо говоря. Узнаем у нее про компас. А компас наверняка штука хорошая. И оазис тоже штука хорошая. Я перегружу. Дико, ё-моё. Лол. Патрона надо продать одного типа. Сыч. Я тебе говна принес. Да чё ты? Будешь говно? Будешь. Ты это забирай. Пси-защиту на одну штуку мне оставь. Еще вот это можешь забрать. Даже одну штуку. Вот так вот, отлично. Давай, давай, не задерживайся. Отлично. Теперь мы к этому скоту, который нас дважды чуть не расстрелял. Иди, бугру по ушам катайся, а мои не казённые. А, бандюки. А я у вас и забыл, что вы тут мирные. Ты прикинь, сколько ты в себе вдержал говна. С дроби говна ты столько вдержал. И забери свой АКМ. Нет, ну это реально, это дико просто. В себе говна столько удержал. Ты прикиньте, да, столько этого, столько дроби в тело. Нет, пистолет-то забери. И АКУшку свою тоже забирай. Отлично. Кушать. Хочу кушать. Колбаски с хлебушком. Ной. Извини меня. Пидор. Коротко забываемый. Я вообще туда бегу. Ну ёп твою мать. А где там патихард был? А вот он. Реально, что там за патихард такой? Вон там еще наши. Да не, там реально какой-то патихард с мобов вообще начинается. Серьезно, такой бред. Ты чё меня пугаешь-то вообще? Откуда тут появился? Это у меня зеленый. Давайте, кстати, наведаемся, может, посмотрим. Ты у нас кто? Данилка. Лол? А где труп? What the fuck?
А нахрен с ним, не моя забота. Надо будет тому парню как-то помочь. Надо будет просто, знаете, пройти заново по тем местам, где мы уже были. То есть в это место, все прочее. И после выброса же ведь оно, все артефакты, как мне сказали, они заново рисаются. Так что надо бы сгонять. Где вообще это может быть ломать мясо? Скорее всего там, где огонь. По факту. Тихо. Ной. Ты-то такой, сталкер, уже виделись. Не помню, ладно. Мне нужен артефакт компас, не знаешь, где его искать? Это барахло, когда мутанты прутся со всех щелей, оно тебе не поможет. На, забирай и проваливай. Иди куда шел! Слушаю тебя. И все? Так быстро? Ок. Так, компас. Ну да, так он и выглядит. Ёб твою мать! Слушайте, он такой неплохой. Честное слово. Уж точно не говно. Нет, ну серьезно, уж точно оно не говно. Такой-то, из-за не меня, артефакт. Который там плюс ко всему дает. Мимо. Попал, попал. Три дроби просрал, но и пофигу. А, у вас же вроде тут был патихард, да, монстров? Ну ничего, сейчас можешь патихард. Угомоним. Официально пришел дяденька Андрюша. Угомоним тебя ваш патихард. Запарил выдыхаться. Псина расстрелянная. Оп. Оп. Ну, здорово. Я нашел компас. Держи. 10 косых. За получение состоятельный клиент. Какие артефакты тебе нужны? А, нету, к сожалению. Дружище, ты, это ты меня выручил. Все, считай, доверие одного влиятельного заказчика у нас в кармане. Ходили слухи, что султан хочет помять... по себя мой бизнес, так султана ждет заслуженный облом. Вот, держит твоя более чем заслуженная награда. Компас, карта тайника. Найдешь артефакты, заглядывай. Получено достижение свой парень. Исцелительный клиент, свой парень. Дав отпор бандитов на Скадовске с султаном, выбрали популярность среди сталкеров. Вас всегда рады видеть на Скадовске. Состоятельный клиент. По наслышке знаю, что такое безденежье, вытем, не менее далеко, не всегда стеснены в средствах напротив. Иногда ваше денежное сбережение можно позволить. Подобные клиенты – большая радость для торговца. Офигеть, столько достижений? Ну, это круто. Тайник. Куда ты мне его скинул? Бежать мне на заправку. Ради него, чтобы бежать в тайник к этому. Да думаю, давайте. Честное слово, думаю, давайте. Хотя, стоп. Это не ко мне. Со старшим говорить. Расскажи о себе. На встрече. Ну, скажи насчет одного дела. Конечно, когда добрался до Припяти, хапец, но кто бы то у меня уже не было. Понятно. Найти инструменты. Не знаю, на что кого спросить. Привет, брат. А, инструменты, кстати, да. Тут, кстати, никого не осталось толком на этом, в этом месте. Нету таких, к сожалению, нету. Вспышка. Ломать мясо. Оно мне надо. Колобка у тебя нет случаем? Снять звезда, медуза, вспышка, батарейка, каменный цветок. Вот ломать мясо мне нужно. Что он, кстати, дает? Плюс 2 химзащита, неплохо.
Ломать мясо же ему нужен был. Ломать мясо, колобок. Хорошо, мне осталось только найти где-то колобок. Ломать мясо у нас уже есть. Может быть, у меня колобок где-то тут есть? В каком-нибудь из этих тайников? Ё-моё, слушайте, а тут неплохо, кстати. Вон, сейчас это всё сычу продать. Все, что мы накопили сейчас. А, думаю, тебя это заинтересует. Документы с завода Юпитер. За него... Нет. Письмо? Нет. Мне нужна информация. А что такое? Пока ничего. Думаю, тебя это заинтересует. Пока ничего. Нечего больше мне отдавать. А КПК? В прошлый раз я же брал. О, кстати, патроны отрегенились. Круто. Они мне... Они-то мне и пригодятся. Комбинезон Сева, кстати. А где он продается? Говорят, что типа Сева такая себе неплохая вещь. Но где его найти, я... I don't know. Честное слово, I don't know. Бронекостюм Булат. У меня такой голименький. Кстати, у меня защита и прочая фигня получше, чем у моей. Хуже. Защита, химзащита, броня только хуже. Это броня лучше. Поэтому у меня он уже грейженный. А, потому что он другой. Вот у меня такой. Ну, потому что у меня мой поломанный немного. Заранее какой купить? У этого броня похуже, а у этого броня покруче. Но химзащита и прочая фигня менее. Давайте вот этот купим, а вот этот продадим. Продать, купить, неплохо. Ну, кстати, для Сева. Если мы найдем Севу, то мы давайте себе заранее для него и купим. Чё там жалкие 5400-то отдавать? Для нас это так... Пустяки. Шлемик. Грейдить. А грейдить ты не можешь. Хреново. Восстановление сил плюс 4. Восстановление сил плюс 2. Количество контейнеров увеличивается до 2. О! Парни с похода пришли. Здорово. Где можно найти... Один сталкер мне рассказывал, что его батя с 8 лет. Какая-то там фигня, я так и не прочитал. Не то. Взял меня куда-то, поднял. Ну, привет! Скажи мне насчет одного дела. Где мы найти инструменты? Знаешь, брат, ни в голову никогда не приходило, понятно. Тоже не приходило. Ну и надо же! Сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается, и цап того, что на дереве сидит крепко между ног, и строго так колись, падла. Ну да. В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю? А тот опять молчит. Но рассердился стал. А, контролеры все прочее. Пойдемте по тайникам быстренько. И там же закончим серию. Что я уже все, я устал от сталкача. Мне нужен дикий отдых. Отдых нужен. Поэтому что? Правильный энергетик. Все таскаем с собой на крайний случай. Сюда. Карта местности. Я опять не туда бегу. Мне туда надо. Ё-моё. Честное слово, запарился уже. Бегать не в ту сторону. Не знаю, может мне вот эту фигню уже изгнать, что, блин, мой персонаж так медленно бегает.
Ну, вот так вот хоть как-то получше. Оп. Да мне не страшно, что вот тут, блин, есть мобы. Да. Выдохся, еще энергетика юзанем. И покушаем давайте, чтобы еще было восстановление сил лучше. Нету ни хера тут. Мы уже близко к тайникам-то, а? Потом еще обратно возвращаться. Ну, я и думаю, и обратно вернемся, и там уж, как полагается, закончим. Все-таки безопасное место бежим. А, как-никак. Оп, попутно. Давайте, кстати, артефакты чекнем. Да, ребята, артефакты откатились. Вон он, видели? Поэтому F5. Не страшно. Медуза. Мне не страшно. Мне только выбраться отсюда как-то. А выбираться он не хочет. Ну ладно, я выберусь. Как-нибудь по-другому. Как-нибудь вот так. Еще одну медузу отработали. Ого. Ну ёп. Вот надо было мне вот сюда вот. Ёбнуться. А ведь иного выхода-то нету тут. То есть тут или пытаться как-то забраться, или помирать в этой фигне. Да, конечно. Мечтай. И сейчас опять же сюда упаду. Лол. Не, ладно, оббежал. Нюп. Уже не в ту сторону я побежал. Вот где-то вот здесь вот у нас заправка. Значит, где-то тут это все и добро и есть у нас. Таун. Таун. Тун-тун. Тун-тун. Тунь, я сказал. А в этом внизу мы уже были. Лол. Упоролась. Что? На крыше, что ли? Да. Мразь. Да. Окей. Мне интересно, может быть. Ну да, значит, на крышу только как туда попасть. Пацаны. Че, серьезно, я не могу попасть сюда? Кому-то дали в щи. Вашу пушку заберите. Это мне, пожалуйста, отдайте. Тайник. По-любому где-то в этом уголку он лежит. Как мне туда попасть? Либо он внизу там, что ли? Если внизу, то я вниз не полезу. Идите вы в жопу. Если я зашел это по-любому, лестница на второй этаж. Фанит тут нехило. Давайте пока чекнем, там ли. Лол. Ну,
Ну было же близко, ё-моё. Как же мне туда попасть? Или все-таки это не где-то в другом месте, а он где-то внизу. Если он где-то внизу, то пошел он к черту. Если он не наверху, то я, в принципе, как бы вопрос у меня иной совершенно, как разобраться. И все. Да, блин, дикая. Воу, у меня ноут вообще горячий. Надо бы его охладить, иначе сейчас он вырубится, извините меня, и все. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Все-таки ноутбук реально очень горячий, что, ребят, с вами был Андрей, это был Грайг Сталкер, Call of Припять. Всем удачи, ребят, всем пока. Вот подписывайтесь на канал, играйте на нашем сервере DayZ. Что? Я что-то видел? Нет, показалось. Всем удачи!